Всем хорошего дня! Сегодня для вас я приготовила комплекс на укрепление мышц кора совместно с сибирским бортом. Итак, мы приступим. Разворачиваемся корпусом к борту. Ладошки на середину в хороший захват. Стопы ставим на полупальцы. И, внимание, отталкиваясь ладонями от борта, мы выходим собаку мордой вниз и попружиним то правая, то левая пяточка в пол. Удлиняем выдох, голова расслаблена, макушка стремится в точку между водой. И, внимание, со вдохом мы переходим в планку, дышим, остаемся здесь. Ягодицы, бедра в легком тонусе. И с выдохом собаку мордой вверх, плечи опущены вниз, макушкой стремимся вверх. Хорошо, и еще планка. Взгляд направляем в точку между ладоней. И с выдохом собака мордой вниз. Вытягиваем спинку, удлиняем выдох. И продолжаем работать в темпе своего дыхания. Планка, пупок в себя. И с выдохом собака мордой вверх. Планка. С выдохом собака мордой вниз. Удлиняем выдох. И, внимание, с последующим вдохом мы притягиваем правое колено к груди и вытягиваем вперед. Вдох, выдох. Смена. И работаем в темпе своего дыхания через собаку. Мы меняем ногу и притягиваем колено вперед. Хорошо, подтянемся в собаке мордой вниз. Удлиняем выдох. С последующим вдохом переходим в планку. Пупок в себя, сильные ягодицы, сильные бедра. Внимание, левая пятка стремится вверх. Выдох. Вдох. Будто мы пяткой толкаем потолок вверх. Хорошо, потянемся к собаке. И с последующим выдохом плавно отпускаем колени в пол, шире края борта. И, внимание, ладонь на ладонь, лоб на ладони, дышим, восстанавливаем дыхание. Круглой спиной мы вырастаем. Делаем вдох, руки через стороны. И с выдохом ладошки вместе перед грудью. Я надеюсь, вам был полезен данный комплекс.